В школе-интернате полным ходом идет вторая смена летней площадки «Солнышко». Ребята с вожатыми, психологами Погореловой Олесей Алексеевной и Колобовой Анастасией Александровной посетили экспозицию Обинского городского музея, погуляли в Центральном парке, в тени раскидистых деревьев, поучаствовали в подвижных играх на детской площадке клуба «Дока». В гости к ребятам пришла инспектор ГИБДД Пустосветова Алена Сергеевна и провела по безопасности дорожного движения игру «Навигатор». За окнами июньский зной, и сегодня мероприятие проходит в помещении. Викторина о танцах и просмотр мультфильма «Балерина». Посещение летней площадки способствует развитию детей, живому общению, активному отдыху и социализации в обществе. Подписывайтесь, смотрите наши видео, комментируйте и оставайтесь с нами.